Якщо заглянути на московську біржу, то рубль увійшов до трійки найбільш подішевілих по відношенню до американського долара валют. З початку року російська валюта впала відносно американської більш ніж на 21%. Зловили рубля, сильніше заробля лише бразильський реал і турецька ліра. Росіяни логічно злегка і плюнули. Підставити моральне плече і підняти бойовий дух вирішив персональний прес-секретар плешившества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение рубля рыночной волатильностью. Що таке волатильність для пересічного росіянина, складно зрозуміти. Навіть з допомогою Гугла не розібратися. Очень высокая волатильность может быть. Вот аут JPY, смотрите, какая волатильность. Либо до этого то, что было, менее волатилен. В принципі, яка різниця, якщо 77%, які на пеньках Конституцію переписували, досі розшифровують суть обнуління. Це Юра Гаврищак, Вести Кремля, і буде тупо, но смішно. У 1834 році російський поет Олександр Пушкін написав свою останню казку «Золотий півник» про царя Додона і кризу середнього віку. Закінчилась вона словами «Сказка лож, давній намек, добрим молодцям урок». Після цього казок Пушкін більше не писав, подейкують, що правляча еліта прогладила певні паралелі. А царя доволі сильно запекло, і великий поет перекинувся на вірші. Минуло якихось 186 років, і історія з казочкою повторилася. Тільки не на Росії, а в Білорусі. Если бы 27 сентября свободолюбивые белорусы замолчали хотя бы на одну минуту по всей стране, то можно было бы услышать, как воет в своем дворце Александр Григорович трехпроцентный. Да не бомбит у меня! Чё, а чё они говорят, что у меня бомбит, но у меня нет бомбит у меня! Воскресенье у Саши Бульборожденного бомбило особенно знат. Первых киберпартизаны поломали все государственные телеканалы. И даже белорусские соратницы российских бабулек, которым... Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Воочию увидели, как белорусская милиция любит белорусский народ. Во-вторых, в Минске на акцию протеста снова вышло 100 тысяч человек, которых традиционно избили и которые традиционно пообещали вернуться. Но реальной причиной страшной красной зари над президентским дворцом было совсем не это, а колыханка. Нет, не это колыханка, потому что Михалок с компанией, как говорил уважаемый Геннадий Геннадьевич, плыли, а они на березе всрались. А у Луки бомбануло из-за этого. Я ничего не понял. Потому что в программе для детей показали, как свергают короля. Тирания. Принц Лимон, съехавший с катушек правитель, устроит настоящий беспредел. Нет, не этого короля. В белорусском аналоге «Спокойной ночи, малыши» свергли Мишку Топу. К власти пришла оппозиционная лисичка Яна. Высоко сяджу, далеко гляжу. Сюжет банальный. Мишка Топа провозглашает себя королем. Отойди сюда, дай мне на трон сесть. Отказывается слезать с трона. Я дома! Хіба не зауважили? Пригожа у мене корона. Домінірує і унижає. Я тепер буду на своїм троні сидіти і загади віддавати. А в то время хитрі прогресивні жінки знаходять спосіб, як топу з трона збросить. Ви потяжили вашу високость і стали нашою тяжкістю. Ми такого не можемо. И на его место тут же садится лисичка Яна в цветах белорусского национального флага. Ну як, Яночка? Високо сяджу, далеко гляджу. Бомби! Еще бы здесь не бомбануло, ведь хитрые заморские капиталистические батраки взялись за детей. А что, если 15-летний Коленька эту программу пересмотрит, и она повлияет на его неокрепший юный мозг? Так что весь коллектив белорусского аналога «Спокойной ночи, малыши» уже совсем скоро может отправиться в долгий неоплачиваемый творческий отпуск. Стреляйте его в тюрьмы!
А их место займут идеологически правильные коллеги из ближнего Запоребрика. Ведь негоже на батьку такое говорить. Ой, негоже. Коли закінчується логіка, приходить черга містики. Наприклад, людина, яка для себе не може пояснити якесь явище, із наукової точки зору починає шукати відповідь в окультних манускриптах. В основному займаються такою діяльністю журналісти Мокшанського РЕН-ТВ або подібних каналів. В основному мова про НЛО, бермудські трикутники і таємні організації. Але коли протести в Білорусі намагаються пояснити з допомогою масонів, то це чиста правда. Бо ж білоруські державні телеканали, як відомо, ніколи не брешуть. Остановіться! 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 Если бы объявили конкурс на главное слово 2020 года, то им, несомненно, стало бы слово «Shit». Ну, ведь что еще сказать? Коронавирус? Shit. Убийство Джорджа Флойда? Shit. Взрыв в Ливане? Shit. Конфликт на Горном Карабахе? Shit. И жемчужина коллекции Лука Мудищев и его борьба с собственным народом в Белоруссии. И буквально на днях эта борьба вышла на качественно новый уровень, потому что самое честное в мире после русского, конечно, белорусское телевидение, наконец-то выяснило, кто стоит за протестами в республике. На нас напали амазонки! Нет, все гораздо хуже. Чтобы знать суть происходящего, надо понимать, кто нам противостоит. Это не государство Польша, не Евросоюз, не Украина. Это тайная паутина, жаждущая мирового господства, где нет сильных лидеров и национальных государств, где общество состоит из усредненного потребителя, которым легко манипулировать с помощью новейших технологий. Вот это поворот! Не просто поворот, а поворотище! Аж дух захватывает! И они совершают на Беларусь не просто политическую или экономическую атаку. Это мистическая духовная война. Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь. Не догадаться, на кого намекает Озаренок, нереально. Каменщики, масоны. А доказательная база просто фантастическая. Здесь и ритуалы. Группа людей в масонских масках под гипнотическую музыку сжигают чучело. Так они посылают вербальное проклятие. И ритуалы. Так они открывают для людей окна Авертона, чтобы кровь и жертвы не стали в будущем шоком. Те, кто изучает ритуалы сектантов и масонов, понимают, что это очень серьезно. И слова ведущего. Чтобы знать суть происходящего, надо понимать, кто нам противостоит. Это тайная паутина, и они совершают на Беларусь не просто политическую или экономическую атаку. Это мистическая духовная война. Ой, дурак! Короче говоря, заполонили масоны Беларусь-матушку. Протесты финансируют, царя сбрасывают, ритуалы проводят, и спасение только одно. Но победитель в этой войне уже известен, ибо так переводится имя Александр. И действительно, Александр — это немного не то. Защищать — мужчина. Мужское личное имя греческого происхождения. Ведь победитель немного иначе называется. Виктор — мужское русское личное имя латинского происхождения. Происходит от латинского «Виктор» — победитель. А Виктором зовут старшего сына Александра Бульборожденного, который как раз за силовой блок и отвечает. Надо взять себя в руки. Но придираться к таким мелочам на фоне общего полета мысли белорусских журналистов не комильфо. Поэтому, если коротко, все масоны мира объединились для того, чтобы забрать у Саши 3% трон. И только он защищает свою возлюбленную от толп мифических захватчиков, не выпуская из рук верного калаша. В опаснейшем бою не сможет умереть за родину свою. Ну это же бред! Да какой бред? Прайм-тайм на белорусском телевидении. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. А так как не победить Лука Мудищев просто не может, то тут же после уничтожения последнего врага сам займет их место, чтобы не пустовало. Гастрономічні вподобання його пляшившества доволі передбачувані. Каша, сир, овочі. Уху, президент підсьорбує. Лимон відбиває весь вкус.
В раціоні також баранина, та й здогадатися, якому десерту Путін надає перевагу, нескладно. Але росіян хочуть пригощати ані морозивом, ані бараниною. Плішевий кухар готує дуже екзотичну страву. І слинка, на відміну від сліз, точно не потече. Если когда-то главным знатоком народного творчества на территории современной России был Садко, то теперь гуслями народ в хлам размазывает Вовка. Дают – бери, бьют – беги. Нос вытащил – хвост увяз. Хвост вытащил – нос опять в грязи. Все течет, все меняется. Нет худа без добра. 6 на ум пошло, 7 с ума сошло. Глаза боятся, а руки делают. И вот очередная история от певца «Блин». А потом... Чтобы не было так, как в народе говорят, потом суп с котом. Потом суп с котом. Казалось, ну это же дед такими поговорками стимулировал чиновников, чтобы они приоритетнее газпрограмму выполняли. Но... Одно из значений поговорки Путина про кота и суп достигает еще давних времен. Итак, она о том, что матроскины шли на обед. Конечно, можно заподозрить Плешива в живодерстве. Вчера котов душили-душили, 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 душили-душили. И учитывая последние новости... Треть россиян заявили об экономии еды в период самоизоляции. Так что Путин может воспользоваться советом одного из самых немногих зарубежных друзей. Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в центре Пхеньяна. Между тем, владельцы собак обращают внимание на то, что в Северной Корее есть нехватка продовольствия. По их мнению, собак могут начать использовать в пищу. А поскольку собак Роспрезидент оскорблять не даст, выход один. В конце концов, все давно к этому шло. Ведь дед еще раньше предупреждал, что их ждет. И этот рисунок – это не просто. Кошка, видите, сзади. А давным-давно продуманная стратегия. НЛП – нейролингвистического программирования. Которую и Путин использовал, и его род Симонян. «Первый раз в жизни буду готовить бобра», – опросила знатоков. «В итоге сварю бобриную голову с луком, морковью и лаврушкой для бульона». Поэтому придется бедным россиянам уже совсем скоро либо бобрами, либо котами спасаться. Я это, суп готовлю. Володимир Путін нещодавно, назвемо це словом, закликав увесь світ призупинити будь-які санкції у зв'язку з пандемією коронавірусу. Невідомо, чи оцінили цей жарт, але самому Пені дуже швидко стало не до сміху. За даними Шпігеля, Ангела Меркель відвідала Навального у клініці Шаріте. Жодної подробиці цих відвідин не повідомляють. Утім, видання називає такий жест із боку Меркель вкрай незвичним. Що свідчить про серйозні наміри фрау канцлера? Словом, не те, що зняття, а попри сєвропоточний шлюбний союз, схоже, і нова порція санкцій прилетіти може. Єдиний шанс – усе спростувати. І тут доктор Зло вирішив випустити на завдання свого мінімі. Говорят, две древнейшие профессии – это проституция и журналистика. Но в России решили утереть всем нос и все это соединили. Сначала семья сливных бочков утверждала, что на видео с номера Навального оппозиционеры замазали часы. А потом оказалось, что это сам Первый канал и сделал. Поэтому опровергать отравление бросился главный Геббельс Российской Федерации. Тот, который одним словом может закрывать часы в прайм-тайме. Путин, 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 Путин. На втором часу «Вести недели» с Дмитрием Киселевым репортаж с томского отеля, где, судя по всему, отравили Навального. И даже из его номера. Вообще, я приглашал сюда с собой жену, но она отказалась. Говорит, что брезгует. Киселев только уже ничем не брезгует. Я проснулся в томской гостинице «Ксандр». Ровно в той самой комнате, где останавливался Навальный.
Ради того, чтобы снять 3 минуты видео Киселев за бюджетные деньги, преодолел 3000 километров в одну сторону и столько же обратно. Все для того, чтобы показать, в этом номере можно переночевать и жить, если ты не Навальный. Логично. Аргументы убийственные. Гостиницу уже давно обнесли бы высоким забором. Комнату опечатали. А попасть сюда можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения. Конечно, а почему так не сделали? И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели из Солсбери, когда англичане сочли, что им нужно защищаться от новичка. Потому что Томск не Британия. Там и с переломанными ногами к врачу не ползут. Да и при химопасности беспрецедентные меры принимаются. А здесь, говорят, 2 специалиста быстро продезинфицировали и хватит. После того, как Путина на Нобеля мира выдвинули, за томский косплей Киселеву спокойно пулитцером можно вручать. Если нет, можно сделать еще несколько таких расследований. Например, прошелся Киселев по мосту возле Кремля. Никто не убил, значит, Немцов инсценировал гибель. Киселев пришел на избирательный участок и проголосовал. За кого хотел? Значит, в России процветает демократия. И вообще, Киселев пенсионер и ему хватает денег. А значит, все, кто говорят, что старики в РФ и живут бедно, лжецы и агенты Госдепа. Впрочем, даже если пулитцеровскую премию радиоактивный не получит, то на какую-то награду, вероятно, все же претендовать может, подозревает Навальный. А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времен, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента что-то не то и до отключки у него будет примерно 15 минут. Если, желая выслужиться, Киселев там провел полноценный эксперимент, то есть шансы на другую награду – премию Дарвина. Колись давним-давно Юрій Лоза створив свій маленький плот і вирішив, що тепер він – великий критик та музикознавець. І попри те, що більшість творчості Юрія Едуардовича можна описати влучним словосполученням із пісні гурту «Квін», критикувати того ж таки Фредді Меркюрі Лоза не соромиться. Та й не його самого. Іншим рокерам від маленького плотобудівельника також дістається. 80% того, що спєта Цепелін, Лед Зепелін, допустим, слухати невозможно, просто зіграна спєта плохо. Та не лише самим Лозою багате експертне товариство Заперебріка. Адже у нього тепер з'явився послідовник з автомобільного світу. Іосиф Сталін, Адольф Гітлер, Пол Пот или Мао Цзэдун. Человечество знает их как тиранов, виновных в смерти, муках и разрушенных жизнях миллионов людей. Но, наверное, без этой персоны список самых жестоких садистов планеты был бы неполным. Знакомьтесь, Владимир Ярцев. Нет, он не политик, не диктатор и даже не рядовой маньяк. Но, пожалуй, только Богу известно, сколько зла, отчаяния и страдания принесли его руки. Ведь когда-то Ярцев работал дизайнером на ВАЗе и создал это. ВАЗ-2110. Простите, не то фото. И создал это. ВАЗ-2110. Говорят, что даже созерцание этого квазимода автопрома вызывает ужасные страдания. Что уже говорить, чтобы на этом ездить? Но и этого зла Ярцеву явно недостаточно. Мало того, что он создал десятку, он еще и взялся критиковать новый дизайн BMW. Мол, придумал это раньше баварцев, но ему не понравилось. 15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку. Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее. А теперь давайте еще раз. Это BMW в обновленном дизайне. А это то, что когда-то нарисовал Владимир Ярцев и затем выпустил из себя АвтоВАЗ. Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Ну, что тут сказать. С Ярцева, конечно, можно смеяться и за критику BMW, и за Жигули десятку. Но если бы не этот его пост, то в мире и вообще никто бы не узнал, что у АвтоВАЗа, в принципе, бывают дизайнеры.
Гомобон – це не музичний інструмент, не екзотичний фрукт і навіть не приналежність до однієї сексуальних меншин. Це ім'я святого. Гомбон жив у Кремоні, був ткачем, підприємцем і дуже набожним чоловіком. Під час меси, коли співали «Слава Вевишніх Богу», він впав і помер. Вирішили, що це знак Божий, і Гомобона канонізували. Та тепер, схоже, з'явився ще один святий з не менш дивним іменем і набагато багатшою музичною історією. Кання Уест – это больше, чем один из самых влиятельных музыкантов современности. Он успешный дизайнер, например, такой вот обуви. Муж известной светской львицы Ким Кардашьян. В конце концов, еще и кандидат в президенты. Да кто же он на самом деле, этот Kanye West? И рэпер в Твиттере решил объяснить. Кто мы на самом деле? Если бы все обошлось Моисеем, можно было бы понять. Но он решил пойти дальше и просто заспамил свою ленту иконами. Здесь и Архангел Михаил. И Святой Георгий. Жизнь всех святых на свете еще много-много всего. Конечно, такие действия Кани можно было бы, как всегда, списать на биполярочку. Но почему же все эти иконы православной традиции? Ну, очень интересно. Какие Эл-Джей, Тимати и другие там Моргенштерны могут конкурировать с его величеством Канье? Единственный, кто может сравниться с ним, разве что Кирилл. Да-да, патриарх мало того, что столь крутой, так по сравнению с копеечным Уэстом, является трушным рэп-королем. Владелец личного состояния более чем 4 миллиардов долларов домов в Швейцарии и Австрии, патриарх Кирилл призвал каждого человека задуматься, не ставит ли он собственное благополучие и комфорт превыше всего. Поэтому Канье преданностью православию может склонять Париала к фитку. Но давайте честно, все же на данный момент рэпер... И круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь? Следственно своей величественностью, Уэст намеками на ист может стать первым после великой схизмы. Кому через 1000 лет удастся окончательно объединить восточную и западную церкви? Но и это очень мелко для рэпера. Ведь когда ты спишь в кровати с Трампом, то президентство — это мелочь. И даже пришествие Иисуса на концерт Кани — это не сенсация. Ведь всем известна истина, о которой пел еще Эверласт. У меня есть доброта, милосердие, любовь ко всему человечеству, выбирай из этого. А тем более с последними тенденциями. Икона стиля может стать просто иконой. И второе пришествие уже наступило. Сьогодні, мабуть, лише найбільш відчайдушні і сміливі політики світу можуть дозволити собі перегостити з чимось з рук російських чиновників. Ну, бо тут справа така. Ніколи не знаєш, що доживеш до дна чашки. А от росіянам, які так вставали з колін, що випали за межу бідності, обирати не доводиться, тож їдять, що дають. І для них добрі господарі навіть відкривають безкоштовні їдальні і дозволяють здалеку подивитися на королівське життя. Россия, как известно, очень верна своим традициям. Во всем. В быту, в международных отношениях и даже в вопросах политической рекламы. Ведь пиарятся местные бояре, как и лет 500 назад, раздавая на улицах деньги холопам. Инвалиды взяли от них. Стой, сироты. Где? Крепостные, холопы. Давай. А еще, например, можно устроить пир на весь мир. С блинами там на лопате, с селедкой под шубой, ну или еще чем-нибудь вкусненьким. А те господа, что побогаче, и вообще могут поставить это дело на поток. Как вот уральский миллиардер Игорь Заводовский. Известный бизнесмен открыл в Екатеринбурге бесплатную столовую. По замыслу, питаться в благотворительной столовой смогут все нуждающиеся.
что для 20 миллионов россиян, живущих за чертой бедности, почти подарок судьбы. Ну а чтобы холопы не забывали, чьи руки их кормят и знали свое место, Заводовский лично явился на открытие столовой для бедных. И не просто явился, а приехал на золотом Бентли. Царь во дворца, царь во дворца! Почему для события выбрал именно этот транспорт, неизвестно. Единственное логическое объяснение – рабы, носившие паланкин, заболели. Хотя и золотой Бентли пенсионеры, которым здесь бесплатно будут раздавать обеды и чай, точно оценили. Это он! Какой красивый! Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар! Обойдется содержание столовой Заводовскому приблизительно в $1 миллион в год. И тут возникает вопрос – для чего весь этот… Аттракцион неслыханной щедрости! Ведь трудно поверить, что человек, который ездит на золотом Бентли, согласится вот так вот ежегодно выбрасывать почти 80 миллионов рублей на питание бездомных. Поэтому, наверное, уже совсем скоро в этой истории должен появиться главный по питанию в РФ Евгений Пригожин. А там екатеринбуржцам напомнят и протесты из-за храма в сквере, и поддержку митингов в Хабаровске, ну а потом, может, еще и Навального в столовую пригласят. Он чаек в Томске не допил. Здавалося, у російських дітей є двоє найвірніших друзів – дідушка Мороз і дідушка Путін. З першим усе зрозуміло – подарунки роздає. Другий теж дітей любить – то у живіт, то у потилицю. А все чому? Почому? Тому що зібрався керувати Росією років так ще 16. І знає, що теперішня дошкільня до того часу стане призовником, який ітиме в атаку з іменем Путіна на вустах. Военной формой для детей в этой стране уже никого не удивишь. Фюрер раздает униформу своего югента, юнармии. Немецкий повыучил только за то, что им разговаривал Путин. Но и энтузиазм родителей также прогрессирует. Особое обострение в мае. Ну а спрос всегда порождает предложение. Вот и в Архангельске, городе, где английское только название, открыли новую детскую площадку – «Силовичок». Пацаны, вообще, ребята! Фанерного рейхстага, правда, нет. А дети здесь будут играть на военной технике. Играть в крестики-нолики арматами. А на карусели и вообще все союзники России изображены. Лепота! Собственно, можно было сделать еще реалистичнее. Детей на входе забирать у родителей, стричь, забирать телефоны и деньги, а младшим давать подсрачник и отправлять красить траву. Или оборудовать площадку «Силовичок» дубиночками, щеточками, автозачками и манекенчиками протестующих, которых дети могут бить дубиночками. Вход с пластиковыми стаканчиками строго запрещен. Ну и скамейки можно усовершенствовать. Зато лозунг здесь просто невероятный. Сбить с ног – сражайся на коленях. Идти не можешь – лежа наступай. Теперь понятно, что скандальная краснодарская воспитательница просто учила юного солдата сражаться на коленях. Колени вставай, сказал. Колени. Это не смешно. На колени потом. С продолжением тоже все понятно. Идти не можешь, лежа наступай. Нормально, говорю, все. Главное не останавливаться на силовичке. Далее нужно открывать ясли-призывничок. Детский сад Вертухайчик. Школа Гулажик. Аквапарк Десантничек. Спецкласс Дурачок. И химический кружок Новичок. Потому что патриотическое воспитание, оно всегда должно быть на первом месте. Потому что главному командиру нужный ресурс стоит воспитывать с пеленок. Как пушечное мясо под пули.